Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, всадники Олуха. Зайдем с тобой на рынок и начнем, пожалуй, с открытия пака. Так, 6 монет Одина. А вот и сам пак. Громобой. Ужасное чудовище. Клыкокриф. Окей. Так, обычный, 2000 бревен, 2000 рыбы. Эпический, так. Ага, вы выиграли. Одна бесплатная неделя. С удовольствием, ребят, хотел бы ее сделать, но я боюсь, что не успею отменить. И 690 рублей у меня отберут. Получить прямо сейчас. Может быть, сделать, а? Нет, не хочу. Не хочу. Я, знаешь, что лучше сделаю? Я посмотрю рекламку и откроем с вами еще один пак. Монеты Одина. И вот он сам пак. Рыба, бревна. Так, опять эпические ножны. Рыба и необычная кость или зуб. Я не знаю, что такое, ребят. Окей, паки посмотрели. Так, теперь здесь задание. Забираем тут награду и тут награду. Так, наездники. Что у нас тут по наездникам? Все тихо. Понятно. Так, давай забирать с тобой. Куда подевались эти овцы? Почему они такие трусливые, как овцы? Так, мы с тобой поручали драконам собирать древесину в течение 22 часов. Забираем. Тебе удалось найти овец, гнилец? Пока нет. Я сейчас досчитаю до 10, и этим овцам лучше перестать от меня прятаться. Знаешь, гнилец, кажется, ты не совсем понимаешь смысл игры в прятки. Это уж точно. Так, с тобой заберем сейчас все. Так, что у нас тут? 11 тысяч бревен притащил нам беззубик. О, 186 тысяч. Это, кстати, хорошо. Сейчас мы с тобой... Кстати, друзья мои, вот у нас яйцо нового дракона. Да-да-да, это древоруб. Разместить. К сожалению, места пока нету, поэтому придется его размещать в ангаре. Ничего страшного, скоро мы его оттуда достанем. Так, тут у нас опять загрузки какие-то. Так, ну что, мы отправляем, да? Дальше их. Хотя, подожди, ничего нам не надо отправлять, мы будем уже разыгрывать с тобой это колесо приключений. Так, 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 так. Лучше бы ты мне дал, конечно, руну, чем этот янтарь. От него толку никакого. Ладно, отправим с тобой. Подожди, что ты делаешь? Отправляем его в очередное, ребята, путешествие, пускай летит. Так, Громгильда. С тобой тоже тут. Опа, давай-ка. Дайте руну, пожалуйста, дайте мне руну. Эть, ну да, как по заказу. 8 штук, как раз оправдывает свое следующее приключение. Все, пускай летит. Так, что нам с тобой дальше? Тыква, понятно, это не та тыква, которую можно так открыть. А вы чего у меня тут стоите? Прохлаждайтесь. Так, сколько ты рыбы натаскал? 6300. Давай, ищи дальше. Так, бревна, это все хорошо. Так, я вот думаю, может быть, нам с тобой построить станцию по уходу, а? 20 викингов. Я, наверное, так и сделаю, пожалуй. Поставим мы ее сюда. Будет, наверное, долго строиться. 6 часов. Немало, на самом деле, немало. Так, что у нас тут? Ну-ка, давай посмотрим. Еще что-то мы с тобой успели сделать. Ага, отправьте драконов в приключения. Мы это сделали. Кстати, смотри-ка внимательно. У нас на рынке вот что я хотел сделать, друзья мои. Сегодня я хотел купить еще одного дракона. Но на этот раз это будет жутик. Да. Это будет у нас жутик. Вот такой вот он, красавчик. Так, ну что, летит он пока у меня опять же в ангар. Потому что места здесь нет снаружи. Значит, жутика мы приобрели. А что у нас за Одина? Монеты можно взять. Дракоша эксклюзивный. Я могу его взять. Дракоша. Но мне почему-то кажется, что это кипятильник. Уж больно он на него похож. Это, наверное, и есть кипятильник, просто он так выглядит. Нет? Хм. Да, дракоша кипятильник. Еще сердце принадлежит только одному викингу — Забияке. А может, все дело в его певучем голосе или в том, что его волосы пахнут рыбьим жиром. Нет, я не буду, ребята, брать. Ну, у нас есть с тобой кипятильник. Я его, правда, убрал в ангар пока. Так, что у нас бабуля хочет?
Ничего не понимаю, Готи. Кто-то сказал тебе обыскать кучу камней в поисках чего-то особенного. И кто это был? Угу. Звезды тебе сказали? Ладно, кто я такой, чтобы спорить со звездами? Так, уберите камни или срубите деревья, 70 штук. Сделали. Готово, Готи. Так что именно, по мнению звезд, ты должна была найти в одном из этих камней? Угу. Меч в камне? Где это видано? Готи, ты явно опережаешь свое время. Рыбинок, у тебя грязь на подбородке. Мы решили тебе сказать, потому что наблюдаем ее уже довольно давно. Довольно продолжительное время. Да, это не грязь, это щетина. Я уже несколько месяцев отращиваю бороду ради забияки. Если рыбинок хочет отрастить бороду, ему нужно поменять питание. Побольше рыбы, и борода попрет как на дрожжах. Мы живое тому доказательство. Волосатый вопрос. Поручите драконам добыть 520 тысяч еды. Понятно. Короче, 520 тысяч рыбы будем с вами, ребята, искать. Что еще у нас тут? Улучшить лесопилку. Это я пока сделать не могу. Ага, вот. Поселите на Олухе древоруба. Придется, ребята, нам древоруба с вами поселить. А вот этого, наверное, я уберу в ангар. Вот так вот мы поменяем. Так, где у меня ангар? Вот ангарчик. Так, где же у нас? Вот он, да? Разместить. Вот так вот это все делается. Теперь мы его кормим чуть-чуть. Пускай он там возвращается. Так. И продолжаем его кормить. Пускай пока летит на тренировку. Так, а мы с тобой что делаем? Так, ты у нас пойдешь. Блин, сколько же ты рыбы требуешь, а, парень? Очень много. Да, он такой еще, ребята, обжора. И 55 тысяч хочет для того, чтобы получить следующий уровень. Вот тебе и шелкопряд. Пускай идет, ищет древесину. Так, вы тоже у меня. Не прохлаждаемся, ищем. Так, а вы, ребята, за рыбой отправляетесь. Так, и ты... Нет, ты нет, ты не пойдешь. Пойдешь ты. А, ты у меня настолько по бревнам, понял. Блин, кто у нас? Так, Беззубик, тебя, по-моему, надо куда-то отправить. Тихократ. Блин, хотелось бы, конечно, его получить, но такой шанс маленький на этого тихократа. А мне в любом случае пока некого больше искать, да? Поэтому почему бы не отправить? Или лучше на... Страхокола. Давай на Страхокола отправим. 6 часов будет он в поисках. Ё-моё. Ладно, пускай он отправляется, ищет. Так, ну а мы с тобой, наверное, отправимся сейчас на арену. Так, забираем здесь. Забираем тут. Кстати, у нас скоро, друзья мои, 1500 рун будет. И мы с вами сможем приобрести... Еще одного дракона для ребята нашего. Нет. Не для этих ребятулек, а вот здесь. Да. Именно для того, чтобы отправлять его в приключения, нам нужен вот этот вот дракон. 1500. А на следующего, да? На забияку. Там нужно, по-моему, 2000 рун. Я не знаю, ребята, мы будем с вами вечность, блин, копить. Ну, ничего с этим не поделаешь. Также у нас еще сегодня с тобой арена. И я специально не стал, ребята, добивать один ход для того, чтобы перейти на ваших глазах на 4-й ранг. Во-первых, забираем с тобой пак. Так, кошмарный престиголов, Громель, крылатый ужас. Как видишь, 3975, ребята. А следующий у нас ранг арены начинается на 4000. Так что сейчас мы и будем с тобой туда переходить. И заодно будем с тобой открывать паки. Ну что, погнали? Так, у нас с тобой поиски. В плане, а почему уже ледяную дали мне? Интересно. Ох, ё. Красиво, да? Офигенный дракон. Так, викинги тут на льдах стоят. Ну что ж, давай потихоньку будем бомбить их. Учить, как говорится, уму-разуму. Давай-ка бы вот этого, наверное, бомбанем.
Так, секундочку. Секундочку. Давай вот так вот, наверное. Нет, я тебя умоляю. Ну какое, блин, уклонение? Ну ядрен ты батон. Ну, ну серьезно, блин, ну уклонение. Ну надо было сделать. Так, слушай, а это, по-моему... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он что? Ох, ёх! Вот это да. А я так и думал, ребята, что это из того же подразделения, да? Интересно, интересно. Успеем ли мы забомбить или нет? Так, они хотят моего чемпиона, ребята, убить. И они убивают его. Так, кого вот теперь бомбить? Этого, что ли? А этот с усиленной атакой? Ой, ребятулечки. Сейчас кого-то оглушит. Я уже знаю кого. О, он вообще уничтожил его. Это плохо, да, это, ребята, очень плохо. Так, это там кусает. Сейчас, наверное, будет меня оглушить. Нет, он тоже не может оглушить меня. Но они вдвоем, конечно, меня здесь разберут. Вдвоем, да. У них быстрее все это получится, чем я тут буду пыхтеть. Сейчас суперудар какой-нибудь сделает. Так и есть, ребята, что тут у него? Оу, меня еще и в сон отправили. Да, друзья мои, вот так вот мы с вами проигрываем. Даже хиляться здесь не стоит, потому что, ну, это мне ничего не даст ровным счетом. Слушай, ну это как это улучшенная модель, да? Он, видишь, он не бьет хвостом, как мы. Минус 5. Минус 5 кубков. Так, это меня только разозлило, ребята. Только лишь, как говорится, подначило. Все, продолжаем. Блин, меня опять на огненную, по-моему, да, сбросили арену. Да, опять на огненной. А может быть, оно и к лучшему. Может быть, нам с тобой лучше вернуть обратно какого-нибудь другого дракона, а? Слушай, вот этот что-то у них тут у всех практически начал появляться. Вот этот вот дракон ледяной. Давай-ка мы, наверное, быстренько с ним будем завязывать. Понизили броню. Пока вроде бы неплохо. Вот этот мощный, да, у нас? О, уклонение сработало, да надо же. Бумс. Что же он творит, а? Так, а ну-ка давай пыхнем. В кого он сейчас будет бомбить? А он отхилится, что ли, когда наносит урон, да? Опа! Ты видел, что произошло? Конечно, видел, блин. Он просто взял моего чемпиона и уничтожил. Значит, нам нужно за него браться, пока не поздно. Так, если он сейчас будет, конечно, тут атаку всем понижать, это будет фигово. Блокировать надо. Обязательно, ребята, блокировать. Есть, попал. Ну что ты, ты не сможешь применить свою эту пыхчалку. Так что можешь даже не дергаться. Вот этот может что-то сделать, понизить нам атаку. Тихо-тихо-тихо. Что это такое? Я не знаю, ребята, что он сделал. А, он атаку всем повысил, да? Атаку и защиту, как мы видим. Давили. Так, у нас остался один, сейчас будет еще делать суперудар, да? Упс. Ладно, хотя бы заблокировать его. Да иди ты, блин, со своим уклонением. Ну а ты хоть оглушить сможешь? Ну, наконец, хоть где-то, хоть что-то нам. Ребят, понижаем, конечно же. Так. Слушай, я думаю, мы его сможем все-таки ушатать. Здесь удача нам улыбнется, скорее всего, да? И мы с тобой возвращаемся обратно на свой прежний ранг. Так, ну-ка. Есть, 4000. Открыт новый этап. Откройте схватку. Арена 4. Так, друзья мои. Громорог, отпрыск, глыба. Вот он, глыба, да? Погибель какая-то. Так, ветрокрыл. Круши голов.
Вот такие вот ребята тут открываются у нас драконы. Ну что же, открываем с тобой пак. Что нам здесь? Ужасное чудовище. Кревет, громорог, громобой и глыба. Ветрокрыл чемпион, ребята, вот. Открылся у нас с вами новый дракон. Так, ну что, мы с тобой... Погоди-ка, а какого он уровня у нас? Слушай, разряд 8. Ё-моё, может быть его... Может быть его взять вместо этого, а? Как ты думаешь, снарядить? Не прогадаем, как ты думаешь? Давай разочек попробуем, а там уже будет видно. Поехали дальше. У нас еще с тобой есть, как говорится, пак. Слушай, а почему огненная? Должна же быть ледяная. Хм, интересно. Блин, а у него этот чемпион остался. Ладно, будем смотреть. Так, кого наказывать в первую очередь? Наверное, вот ее. Грэмгильду. Угу. Удар хвостом. Так, этого блокируйте. Не, давай вот так, наверное, сделаем. Окей. У этого усиленная атака, конечно, уже может уничтожить моего ледяного с полтычка, если сделает двойной укус. Но он этого не стал делать. Возможно, зря. Возможно, друзья мои, зря. А может быть и не зря, сейчас посмотрим. Так, исцеляет всех драконов своей команды. И на себя вешает еще защиту. Вот так вот. Хм. Ладно, предположим. Блин, нам надо как-то быстренько либо этого ушатывать, либо этого. Начну, наверное, с чемпиона. Добьют, да? Все-таки мне его, блин, сейчас ушатает. Серьезно говорю. Упс. У-у-у. Слабенько ты, парень, ударил, слабенько. За это тебе надо ответить. Так, удвоение энергии. Добьют, конечно, мне этого. Скорее всего. А может быть не успеют. Нет, успеют, успеют. Но мы тоже им сейчас тут такую кузькину мать покажем, да? Так, хиляться. Давай хильнемся, наверное. Хотя зачем? Давай просто бомбить. Кому-то крышка, да, будет? Понятно. Но он зря радуется, потому что мы его сейчас будем блочить. Мы его будем блочить, бомбить. И ничего ему не остается, только просто кусать нас, и все. А эти укусы нам, как говорится, по барабану абсолютно. Мы можем хиляться. Вот я хотел бы... А, это у нас вгоняет в сон, да? Я понял. Супер удар у него, это вогнать в сон врага. Тоже на один ход, я так понимаю. Ну что, добиваем? Есть. Ну как сказать, ребят, ну если честно, не особо он понравился. Но он сильный, да, крепкий, но хотелось бы кого-то, наверное, другого все-таки. Давай-ка мы с тобой заберем обратно чемпиона. Это, конечно, все хорошо, все великолепно. Но с этим как-то у нас больше получается дамага, да, урода. Так, а я могу улучшить Грэмгильду? Могу. Как ни странно. Так, а в острозуба? Почему-то не могу. А тебе? Тоже не могу. Ну и пристеголова, естественно, тоже никак. И водореза. Водореза нужно до 24 уровня прокачать. О, вот здесь вот все окей. Давай улучшать. Слушай, он же хорош вроде бы, да? Он огненный, да, он огненный у нас. Так, и какой он там... Блин, 6-й разряд, слабоват будет. А этот получает только 7-й разряд. Ладно, ничего страшного, мы с вами будем тренироваться, качаться, ребята, и рано или поздно наши драконы станут самыми сильными. Ну, а сейчас попробуем все-таки сыграть чемпионом.
Так, смотри, какие, а? Мощные. Начинается у него, а? Ты посмотри. Я вот с этого начну. Ах ты, гадина, что ты делает, а? Давай два укуса. Так. Уклонение там сработало, да? Он должен был два удара сделать. Дайте мне сделать ход. Нет, все-таки он делает. Добиваем, добиваем. Ну что же. Ух, кто следующий? Наверное, вот этот. Да? Давай. Два кусь-куси делаем. Естественно, он добивает. Понятное дело. Дальше смотрим, что вот тут у нас с тобой будет происходить. Будем блочить. Это раз. И... давай вот так вот сделаем. А он там пускай своими кусь-куськами занимается. Так, ну что, поехали. А я боюсь, знаешь что? Блин. Ну, в принципе, нам здесь атака не особо важна. Хиляется он, да, там. Пытается выхилиться. Он еще и ускорение себе сделал. Но это ему не поможет. Так, ну, с этим мы, я думаю, вдвоем-то справимся. Как-нибудь. Во-первых, понизим броню ему. Ну, и будем уже потихоньку его тут колупать. Супер удар сейчас сделает. Кого-то сейчас может уничтожить. Нет, слабоват он здесь. А мы его, скорее всего, да, сможем подбить. Есть. Ну что же, прекрасно, друзья мои, прекрасно у нас с вами все это получается. 6000 рыбы уже дают. Раньше давали 3. Нет, 4. Так, следующий бой. Кстати, у нас уже с тобой будут паки выпадать именно 4-й арены. Не 3-й, не 2-й, именно 4-й. Так, о, ледяная. Дали нам теперь опять ледяную. Так, он ходит. Почему он ходит все время первый, а? Сколько можно это терпеть? В плане, он два пристеголового взял? А так можно, что ли? А, они разные, да? Они разные, но по-прежнему. Блин, уклонение, ребята. Уклонение, это плохо. Они имеют две атаки, да? Двойные атаки. Я понял. Так, этот кого сейчас будет? Будут бомбить. Вот он как сделал. Да что ты будешь делать? Блин, он по два раза уже сходил. Что за фигня? Вот объясни мне, а? Так, кого кусаем? Давай, наверное, вот этого. Они будут сейчас мне вот этого водореза, да, бедолагу, мучить. Да, именно водореза мучают мне. Трындец. Ну и чё, этот сейчас будет бомбить. Я так и думал. С понижением, да? И со всем прочим. Ладно, уничтожаем этого. Ну что? Воу-воу-воу-воу, супер удар. Обалдеть, молодец, красавчик, ничего не скажешь. Он еще и замедлил меня. Он меня еще, гад, и замедлил, а? Ладно, не будем тогда его просто выпускать из стана. Он копит суперудар. Блин, вот это плохо. На тебе. Блин. Опять сейчас понизит атаку. Конечно же понизит. Ага, не вышло. Все, наверное, ему крышка. Да, маленький дракончик был, а такой говнистый. О, смотри, какой там вдалеке стоит. Красавчик. Так, ну что, нам еще сделать надо одну победушку с тобой, и пак будет в кармане. Опять. Блин, опять этот маленький дракон, а? Где он? Вон он. Это же он, по-моему, да? Ай, ладно. Этот огненный, насколько я помню. С кого бы тут лучше начать? Давай вот с этого мелкого начнем. Ах ты, видишь, что творит? Вот именно об этом я тебе и говорил. Ну-ка,
Застанили этого. Уклонение? Трындец. Я думал, застанем его, ага. Офигеть. Вот тебе и разобрали одного дракона. Так, понеслось, да? Снижаем броню. Ну давай вот этому попробуем. Супер удар. Блин, огнем. Ох, ё-моё, он еще и замедлил нас. Он еще и замедлил. Мало того, что замедлил, он еще и лишил нас способности что-либо делать. Удвоение энергии. Почему-то удвоение энергии именно начинается на нем, а не на нас. Так, уничтожим, давай уничтожим его, пожалуйста. Не промахнись только. Yeah. Так, ну что, с этим хлопчиком можем разобраться, если постараться. Во-первых, станить. Во-вторых, блокировать. Застанили. Снижаем ему броню. Еще удар. Сейчас будет супер удар, по-моему, от него, да? Ну, в принципе, это крышка. Да, ожесточенный бой, но все-таки мы здесь выиграли. Ух! Красавчик ты мой. Так, сколько там рыбы или что там? Бревен? Бревен, 6 тысяч, окей. А вот и пак. Ну-ка, порадуй-ка нас. Шепот смерти, крылатый ужас, ужасное чудовище, громобой, громорог-отпрыск, громель-защитник, кнут и пруд. Слушай, ну неплохо. Карт нам дали, да, там в конце. Ну что, с ареной на сегодня у нас все получается. Забираем еще 10 рун. Так, подожди, а чтобы там, блин, скоро у нас с тобой викингов будет много. А для чего мне много викингов? Объясни мне. Что они нам будут делать? Ну, что-нибудь да будут, да? Так, эти... Ах ты, костеняшка. Лети давай. Так, этот уже у нас выучился. Давай дальше. Еще немножко его прокачаем. И он должен у нас с тобой... Нет, мы не будем его отправлять. Иди лучше собирай бревна. Тебе нужно там сколько там, 11 минут или 15 минут, чтобы ты насобирал нам бревен. Опа. Так, иди за рыбой. Ты у нас пойдешь за... Ага, никуда ты не пойдешь. А ты рыбу будешь? Будешь. А здесь, чтобы улучшить, ребята, нужно 180 тысяч бревен. Да? И здесь, кстати, тоже, по-моему, 180 тысяч. То есть, в наших интересах, чтобы... наши драконы приносили как можно больше рыбы или бревен за короткий промежуток времени. Почему это ты... Так, давай этого вернем. Ты у меня пойдешь. Почему я должен улучшать лесопилку? Я не понял. Я вернул только что дракона домой с бревен. И почему-то ты не хочешь у меня искать. Иди. О, пополз сразу же. Ты не можешь, я понял. Рыбу иди тогда ищи. Как-то вот так вот. Да, друзья мои? Так, что у нас тут? Новые акции. Так, это все ерунда. Эти акции нам не нужны. Так, по обмену у нас, по-моему, ничего абсолютно нету. Приближается событие. Грозокрыл пастух. Ничего себе. Грозокрыл пастух. Так, ну это нам не нужно. Здесь, блин, вот рыбу мне бы не помешало. Я могу, конечно, за 39 рун закончить. Я 91 тысячу рыбы получу. Но зачем, ребят? Мы и так с вами насобираем. Времени, конечно, на это уйдет какое-то количество, но все равно насобираем. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду заканчивать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!